скучала, стремящаяся молодежь в центре зала. Им не хватает металла, я чувствую, что накала не хватает этой ситуации. Настало время с этой проблемой разобраться. Я вижу, как начинают расцветать их лица, когда мы нажимаем на примочку, они идут на принцип. Они славятся тем, что в столице нет никого, кто круче них может вообще посломиться. Они наконец-то здесь, и я им передаю респект огромный. Сейчас я вижу, как они мутят полные, поэтому залу расходящиеся, бойтесь увечий, потому что они могут быть нанесены вам в этот вечер. Будьте аккуратнее, постарайтесь друг друга не покалечить. Сейчас мы на сцене продолжим не человечить. Итак, если вам терять нечего, то вы вместе с нами отрывайтесь по полной программе. Здесь проблемы с вентиляцией, и каждый, кто мог в арене оказаться, на любом из концертов однажды это заценил. Когда ты стоишь на третьей песне, потный как дебил, ты вытираешься футболкой, а также футболкой соседа, и кажется, что в следующий раз, когда эти парни приедут, что сейчас на сцене ты уже сюда не пойдешь. Потому что даже если ты не устраиваешь мош, огня тебе в принципе вполне достаточно. Итак, ребята, сейчас я хотел бы, чтобы все придаточные, все эти гребаные проблемы, которые снаружи, вы откинули, потому что нам ваш драйв нужен. Нам нужен конкретный угар под звуки этих гитар. Да, я надеюсь, вы продемонстрируете дар конкретно рубиться. Все вместе, поехали! Вы готовы к успеху, бля?